Всем привет! Здесь рассмотрим сегодня, какими программами можно записывать в Linux изофайлы на флешку. Значит, ну вот у меня флешечка имеется. Посмотрим, какие у нее свойства. 4 гигабайта. Вот я просто правой кнопкой мышки кликаю, и сразу появляется формат. Ради бога, вот пускай она ее и отформатирует. Заводим пароль. Форматирует она очень быстро. Вот уже все готово. Теперь можем эту флешечку вынуть. Снова вставим ее. Вот таким вот образом. А дальше. Вот имеется у нас изофайлик Linux. И здесь вот я уже хочу записать его на флешечку. Пожалуйста, make bootable USB stick. То есть записать на загрузочную флешку или сделать загрузочную флешку. Нажимаем, указываем флешечку, нажимаем на запись. Она, значит, у нас просит пароль. Нажимаем, значит, и она начинает записывать образ на флешку. Это, значит, вот одна из программочек, которая, значит, позволяет нам записывать на флешку. Есть также еще вот здесь вот в менеджере программ. Заводите пароль. И здесь, значит, заводите такое словечко unit, обычно даже unit достаточно, нажимаете Enter. Вот эта программка называется, она unit booting. Два раза по ней кликаете, нажимаете установить, ставите ее, и вот она у вас будет выглядеть вот таким вот образом. При старте программы, значит, вот нажимаете, вводите пароль, и вот, значит, выбираете, значит, изообраз и начинаете, значит, записывать этот образ при помощи этой программы. Значит, чем хороша данная программа? Тем, что она позволяет создавать вот кладовочку еще. Там можно, допустим, если образ у нас занимает 1,7 гигабайта, значит, где-то еще 1-2 гигабайта можно сделать кладовочку, то есть написать еще там 2000 байт, значит, выбрать образ и там сделать кладовочку, то есть будет сохранять изменения, и можно до 2 гигабайт хранить их. И есть еще, значит, такая программка, называется она Yumi, значит, ну, практически все то же самое. Только она вот сообщает, что не примонтирована флешка, поэтому, значит, сначала примонтируйте, а потом перестартуйте. Хотя вот она здесь вот показывает, что имеется, значит, флешка там, все это дело в таком вот плане. То есть в Linux, значит, имеются вот такие вот штатные программы. Yumi, значит, можно поискать на веб-сайте, на самом на веб-сайте, значит, можно посмотреть, поискать там, по-моему, или команду, или дебиановский файл, сейчас точно скажу. Заводите вот так вот словечко Yumi, нажимаете Enter и идете, значит, на pendrive Linux, вот. И на pendrive Linux, значит, смотрим. Во-первых,
Последняя версия, значит, сейчас 2.0.1.16, 2.0.1.6 для Винды. А вот есть, значит, для Linux. Я рекомендую всем, значит, дебиановские файлы использовать. Они как-то понадежнее. Взяли, значит, вот таким вот образом файлик скачали. Он крошечный абсолютно, он уже готовый. Вот. Затем, когда скачали, просто по нему два раза кликнуть, и появляется инсталлятор, он ее устанавливает, и установленная программа практически, вот она выглядит вот таким вот образом. Ну, вот я флешку записал. Снова ее вставил. Значит, вот таким вот образом. И появилось, значит, ее название. Я могу просто-напросто, значит, сейчас ее отформатировать и записать образ при помощи программы Yumi. Ну, смысла особого не вижу, как говорится. Значит, в среде Linux первое. Запись, значит, на флешку средствами самого файлового менеджера. Вот, пожалуйста, значит, записать на флешку, раз. Затем, значит, при помощи программы Unit Booting и при помощи программы Yumi. Значит, если, значит, вот здесь вот завести просто в поиск USB, то вот она откинет вам список программ, которые как-то связаны с флешкой. И можно, значит, еще вот установить вот эту программочку. Два раза по ней кликаете, нажимаете, значит, на установить. Ставится она буквально в лед, вон уже 50% установилась. Ну, мы можем взять, значит, так, что тут? Стартап диск креатор. Ну, посмотрим. Или USB. Глянем. Ну вот она уже сделана. Сейчас наберем вот здесь вот USB. USB. И вот, значит, еще имеется, значит, вот такая программка, вот такая, это форматирует, это, значит, тоже записывает на флешку. И вот, которую мы сейчас только что записали, вот она выглядит вот таким вот образом. Она вот флешечку нашла, значит, вот сразу здесь она, значит, может ее тут же взять, очистить. Нажимаем User. Если, значит, она там упрямится что-то делать, можем сделать там по-другому. Отформатировать ее через файловый менеджер или через специальную программу Ulino. USB опять наберем. Вот есть стик формата. Все то же самое. Выбираете ее, формат, заводите пароль. И все это она делает и делает быстро. Так что в Linux, скажем так, имеется достаточное количество программ, при помощи которых вы можете записать образ на флешку. Ну вот практически и все. Всем успехов желаю. Удачи.